когда я переехала в такой большой город, я скучала. И такая, знаете, была паника на самом деле. Я говорила: мам, а как так люди не здороваются друг с другом в подъезде? А почему мы не приглашаем наших соседей кушать? Как у нас в Раевке был. Ты приезжаешь, тебя встречает весь поселок. Все тебе рады. Ты идешь, здороваешься. Привет, привет. Ой, а мы плов приготовили. Пойдешь, покушаешь. Если ты сам начнешь открывать для всех двери, люди потянутся за тобой, они начнут так же вести себя.